самая главная роль, которую должны исполнить сегодня вы, это поддерживать нас горячими аплодисментами, если вам дуэт понравился. Если вам дуэт не понравился, то поддерживать нас холодными аплодисментами. Но такого не будет. Я надеюсь, такого не будет. Но дело в том, что мы не можем просто так сыграть и уйти. Да? Нам нужно обязательно определить, кто и какой из составов, какой из дуэтов или ансамблей вам понравился больше. Поэтому чем горячее вы будете поддерживать ваш любимый дуэт, тем проще нам всем будет определить победителя. Советский композитор, чья музыка наполнена самыми яркими образами. И в его музыке очень много юмора, сатиры, иногда даже сарказма. Он всегда старался изображать и в своей камерной музыке, написанной для двух инструментов, для трех или для квартетов, старался изображать различные инструменты, всевозможные, которые есть в симфоническом оркестре. Вот какая-то имитация такая происходит у него. Я надеюсь, что сегодня у нас получится немного изобразить разные инструменты, пользуясь всего двумя.